Вильям Адольф Бугро. Годы жизни. 1825. Ла-Рошель. 1905. Там же. Французский художник-живописец. Видный представитель французского академизма второй половины XIX века. Для произведения художника всегда были свойственны технически безупречная реалистичность изображения и сентиментальная интерпретация темы. Бугро предпочитал современные фигуративные трактовки мифологических сюжетов, делая акцент на изображение человеческого и часто обнаженного тела. Вильям Бугро регулярно выставлялся на салонах и некоторое время слыл самым знаменитым мастером кисти во всей Франции, а также в Англии и США. Сторонник академизма, он отрицал новые художественные направления, в том числе импрессионизм, и регулярно препятствовал показу произведений новейших стилей в рамках салона. Будучи последователем прерафаэлитов, Бугро украсил несколько парижских церквей религиозными композициями в этом стиле. С 1875 года художник преподавал в школе Жулиана. Вильям Адольф Бугро родился во французском городе Ла-Рошель в семье торговца вином Теодора Бугро и его жены Марии Бонин. Мальчик достаточно рано проявил способности к рисованию. Когда Вильяму исполнилось 12 лет, его отправили к дяде-священнику, дабы он набирался ума-разума и получил образование. Через 2 года Бугро отдали на обучение в католический колледж в Поне, где его учителем рисования был Луи Сейдж, ученик Энгра. Через несколько лет Теодор Бугро расширил дело, начав торговлю оливковым маслом, и вызвал сына к себе в Бордо. Утром и вечером юноша занимался в школе изящных искусств, а днем помогал отцу в лавке. В 1844 году он получил свою первую награду за картину в историческом жанре. Чтобы собрать средства на поездку в Париж, юный упрямец умудрился за 3 месяца нарисовать 33 портрета и, несмотря на протесты отца, весной 1846 года прибыл в столицу Франции. Его первым учителем в Париже стал Франсуа Пико. Он же порекомендовал талантливому ученику поступить в школу изящных искусств. Несколько раз Бугро участвовал в конкурсе на соискание престижной римской премии, которая обеспечила бы ему несколько безоблачных лет учебы в Италии. На 3-й раз судьба ему улыбнулась. Его картина «Зенобия», найденная пастухами на берегу Аракса, и наличие вакансии дали ему возможность разделить римскую премию с еще одним художником – Полем Бодри. Бугро приехал на виллу Медичи в январе 1851 года. Здесь он подружился с пейзажистом Полем Кюрзоном, вместе с которым они исколесили всю Италию, побывав практически во всех значимых средоточиях культуры – Милане и Пизе, Помпеях и Сиене. Бугро влюбился в работы Микеланджело, изучал произведения великого Леонардо, восхищался Боттичелли, Корреджо, учился у Джотто мастерству передачи характера персонажей посредством жестов, изображения фигур, движений и проработкой мельчайших деталей. Вернувшись в Рим, Бугро работал над религиозными сюжетами, что вызвало позитивный интерес со стороны церкви, и, как следствие, заказы на оформление церковных интерьеров. Римские каникулы закончились весной 1854 года, и художник вернулся в родной город Ла-Рошель. В 1856 году Бугро получил почетную медаль Парижского салона за работу по оформлению особняка Бартолони. Успеху сопутствовали хорошие отзывы в прессе, заказы императора Наполеона III, а также новые заказы на украшение церквей. В 1859 году за успехи на творческом поприще Вильям Бугро стал кавалером Ордена Почетного Легиона. Достигнув успеха, Бугро начал отходить от исторических и мифологических сюжетов, отдав предпочтение более легким темам – салонным и семейным сценкам, портрету, изображениям крестьян в народных костюмах. Критики часто отмечают коммерциализацию творчества художника, особенно после того, как он познакомился с арт-дилером Полем Дюран-Рюэлем, который помогал клиентам покупать картины, выставляемые на салонах. В 1863 году с салона была куплена картина Бугро «Святое семейство», которая украсила квартиру жены Наполеона III, императрицы Евгении. А в 1864 году Бугро написал первую работу в жанре «Ню», картину «Купальщица», представленную на выставке в Генте, которую тут же приобрел местный музей изящных искусств. В это же время он начал работу по оформлению Большого театра в Бордо. За всю жизнь Бугро написал порядка 822 картин.
многие из которых ныне утеряны. Как он писал в воспоминаниях, каждый день я иду в свою мастерскую, полную радости. Вечером, когда вынужден остановиться из-за темноты, я едва могу дождаться наступления следующего утра. Если я не могу отдаться своей дорогой картине, я несчастен. С 1875 года мастер стал преподавать в Академии Жюльяна, куда приезжали учиться мужчины и женщины со всего мира. Впрочем, эта модель имеет две стороны. Академию действительно посещал, например, Анри Матисс, его действительно учил Бугро, академист до мозга костей, и Матисс с негодованием покинул заведение после ухода из нее старосты малых мастерских Серюзье и его приверженцев Бонара, Юара, Русселя, Пио, Мариса Дени. В 1876 году Бугро избрали пожизненным членом Академии изящных искусств. Вскоре он стал командором, а затем и великим офицером Ордена Почетного Легиона. Вильям Бугро был женат дважды. Его первая спутница жизни, 19-летняя красавица, натурщица Мари Нелли Моншаблон, стала официальной женой художника только через 10 лет после их встречи, в 1866 году. Тогда же художник купил в Париже участок земли на улице Нор-Дам-де-Шамп, где был выстроен большой дом со студией на верхнем этаже. У семейства Бугро родилось 5 детей, трое из которых умерло от туберкулеза, а в 1877 году не стало и Марии. Спустя некоторое время Бугро принял решение жениться на своей любимой ученице, художнице Элизабет Джейн Гарднер. Помолвка продолжалась 19 лет из-за сопротивления матери и дочери художника. Бугро и Гарднер поженились только в июне 1896 года. Художник пережил 4 из 5 своих детей. Он скончался на руках у Элизабет в 1905 году.